Ты так можешь наговорить. Зря наговорить. А то тут... А что, нету этих весел? Чего? Весел. Весел у нас нету. У нас у Татьяны Андреевны только весла. Вот видишь, они как экипировка-то вот у них. Экипировка у них. Молодцы. А, ну колодка оборудована. Молодцы. О, молодцы. Вас останавливали даже? Ну, мы с Петровичем-то вот ездили. Ну-ну. Нас вон тут вон поймали возле объездной. Кошмар. Городище эти подлетают. Хальт, в борту встали. Документы, ну на. Все в жилетах, все как положено. Куда? На рыбалку. Угу. Рыбу-то можно ловить? Он говорит, да хоть динамитом. Мы, говорит, не рыбнадзор, мы ГИМС. А ГИМС это что? Мало это... Инспекция по маломерным судам. Ну, ГАИ. А, что это? А вы в аккурат всю как надо. Сейчас вспомню. Открывай. Не в ту сторону. Ну, давай, они заведутся, потом поедем. Ты же уже заводил. Доехал тут. Нет. Импортный мотор. Мы с папкой ездили на коснодувленочке какое-то. Да, да, а с дедом Лукашом. И с дедом Иваном и никто в Кылинке на озере. Там вообще еще меньше, да? Лодочки. Валя, а? Никто экипировку не спрашивал. Не говори, да. Никто не спрашивал. Это специально деньги идут. Я вот не помню. Я ездил... Ну что, погнали наших городских, да? Так они завелись? Нет, еще. Нет? Как красиво. Тихо. Спокойно. Спокойно. Все, завели тоже. Но, да. Так, они усаживаются. Мы заглохли. Они поехали. Пока-пока. А мы стоим. Это что? Это выходим. Не, надо это. Что? Стой. Что? Скажи. На бензину. Не, это вообще точно. Ну тяжеловато идет. Так надо было не завтракать. Понятно. Thank you.